как экскурсоводы используем каждый раз подход к аудитории, ну, так скажем, новый, да, мы всегда смотрим на то, какая аудитория перед нами, если больше детей, то, соответственно, с их интересом, с интересом возраста их мы рассказываем упрощенную информацию, если это молодежная аудитория, то какие-то более такие, ну, вещи интересные вот этому возрасту, если взрослая, то, соответственно, взрослой аудитории информацию рассказываем. Ну, как правило, конечно, мы рассказываем информацию про картины, одну и ту же, но вот с таким подходом, так скажем, дифференцированным каждой возрастной категории. Кто-то приходит, конечно, самостоятельно, знакомится самостоятельно, а для кого-то интересны более такие современные форматы, в том числе игровые, и прежде всего, конечно, это дети, молодежь. И я думаю, что то, что мы используем их всех на наших выставках, и в том числе на выставке шедевры художественной коллекции, это только плюс. Конечно, у нас будет очень много, в общем-то, новых выставочных проектов. У нас будут и привлеченные выставочные проекты, то есть мы сотрудничаем с различными организациями, да, с музеями, поэтому я думаю, что будет что посмотреть в течение года. Ну и мы готовим очень много мероприятий, у нас постоянно идет разработка экскурсий, даже по выставке шедевры художественной коллекции мы продолжаем создавать новые тематические экскурсии, которые позволят тюменцам по-новому взглянуть на те работы, которые они неоднократно видели. И нужно сказать, что эти экскурсии, да, эти мероприятия будут доступны по Пушкинской карте.